Конструкция. Железо закупается на птичьем рынке, и все мы это относим к сварщику. По такому типу сделаны все станки дома. Вот турник, брусья, стойки и стол для борьбы. А вот, кстати, ну труба просто резалась. Это вот одно целое с этой трубой, которая на этих брусьях. Ну, может, покрасить надо, не знаю. Потом, может быть, сделаю. А еще вон стойки страховочные для приседа. Всем привет, всем здоровья.
на месяц исчез из канала. Почему? Потому что устроился на работу, на которой не фиксированный график. Поэтому время так много у меня нет, как раньше, чтобы снимать видео. Смотрю на канал, крутятся подписчики. Из-за этого все больше и больше хочется снимать видео. Но не всегда получается. Какое-нибудь видео вставлю с работы, чтобы показать, где я работаю. Ну, отсюда, кстати, видно место работы мое. Сейчас покажу. Так. Вон торчит стадион чемпионату мира. Мы на нем следим за газоном, наша команда. Я в данный момент работаю. В графике примерно 6-1 примерно. Но нифига не примерно. Обычно там выходит. Работаю по 10 часов, по-моему, задерживаюсь еще на 2 часа, там на полтора, на час. Поэтому возможно, что и на 12 часов мы там можем остаться. Вот был первый матч, вот луч энергии. Мы остались на стадионе до 15 часов, поэтому какое-то видео снять не всегда получается. Но я ставлю какие-нибудь фрагменты, которые я за месяц заснял. Вот. Есть какие-нибудь у меня есть позитивные моменты. Ну, у меня все позитивные моменты. Дурацкие там, вот я вставлю, посмеетесь там. Надеюсь, у кого-нибудь улыбка на лице появится, если ее нет. Вот пришел к Игорю, друг мой, вот он. О, это мы с ним поприветствуем друг друга. Как дела, Игорь? О, нормально все говорит. Он только учебу закончил, сейчас. Пройду дерево. Только учебу закончил. Вот. Поступать собирается. Все нормально у тебя? Как дела там в семье? Как? Вот, что-то замолчал. Проблем? А, все, все, я понял. Хорошо, да, все? Ладно, давай, пока у меня дела. Увидимся, встретимся. Все, давай. А это Наталья. Вон Игорь там орет. Где-то вон там. Где-то там. А это Наталья. Тоже сейчас рассказывает, как дела у нее. Я понял, понял. Но у меня тоже все неплохо. Сейчас на птичий рынок иду железо закупать за брусьями. Не пойдешь со мной? Не хочешь? Ну ладно. План брусьев сниму. Угу. Вот это что? Угу. Погнали. Все документально, все. А ну, доедать? Доедай, да я сейчас покажу тебе. Ну сейчас свет. На репортаж. О, прибежал дружок, помощница. Вот и брусья.
Какое-нибудь видео с тренировок. У меня есть жим. Я пожал на этой работе при таком графике. Даже получилось поднять больше, чем я поднимал до этой работы. Ну, 120 килограмм я пожал. Вроде рассказал, почему у меня месяц не было, и там, извините, кто меня ждет. Приятно, кстати, что, не помню, никнейм, Green Sky, по-моему, Green Sky никнейм, парни, который мне писал приятный комментарий, очень благодарен я тебе, ну и в принципе, поддержка есть на канале, очень приятно, хотя канал совсем небольшой. Чаще. Вот, что-то месяц я не был. Ворон, постоянные подписчики моего канала и зрители. Вот. Ну, в общем, оп, сейчас камера перевернется. Еще забыл сказать, что сварщика Леша зовут. Вот, очень ему благодарен за все. Все, что у меня дома, это все он варил. Привозилось железо с птичьего рынка, ну с рынка там, и мы ему, ну дед у меня на заводе работал 50 лет, и дед план рисует, как что сварено должно быть, ну я естественно показываю картинки, как это выглядит вообще, а он под эти картинки план рисует, и мы это относим к сварщику, поэтому благодарен Леше. Вот так вот. Кстати, вот этих малышей у меня не было, они недавно появились. Это для разминки. Для разминки, для зарядки. Думаю, что-то не сказал на видео, вспоминаю, что не сказал. А, про жим 150. Я же объявил на канале, что 150 пожму в 2018. Ни в коем случае не забываю, обязательно пожму. При таком графике, конечно, это сделать не получится. Вот, это будет чуть позже, я обещаю, обязательно пожму. Кстати, не уверен, что в 2018, но цифру 150 я покажу это точно, потому что я обещал. Как бы слова эти я уже дал, на канале заявил, поэтому обязательно пожму.